По итогам ежегодного смотра конкурса на третьем месте дружина местного отделения ДСААФ. На втором предприятии «Водоканал». Лидером уже не первый год становится народная дружина Анапского городского казачьего общества. Казакам вручили переходящий вымпел и денежную премию. За активное участие в работе народных дружин и охране общественного порядка дипломами и премиями также были награждены хлебокомбинат, 21 век, Зеленстрой и другие предприятия города. Желаю вам и в семьях, и в коллективах ваших, чтобы было вот такое патриотическое чувство по отношению к малой родине, и чтобы на наших улицах всегда было царило спокойствие, мир и благополучие. Спасибо вам большое. В продолжение заседания исполняющий обязанности начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными объединениями Игорь Макаревич отчитался по работе за 2017 год. За 11 месяцев проведено 78 заседаний. На них рассмотрен 321 гражданин, в том числе 274 профилактируемых лица. Было отмечено, что комплекс совместных профилактических мероприятий способствовал поддержанию стабильной оперативной обстановки, обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Анапы, особенно в период курортного сезона.